Черкесске 17 иностранных граждан приняли присягу гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония вручения паспортов прошла в здании отдела по вопросам миграции республиканской столицы. Подробности расскажет Мурат Джанкёзов. Открывая торжественное мероприятие, начальник отдела МВД по Черкесску Уйдур Эльканов поздравил новоиспеченных граждан с этим важным событием в их жизни. Пожелал с гордостью носить высокий статус гражданина Российской Федерации. Согласно законодательству, приносить присягу на верность России обязаны все иностранцы, принимающие ее гражданство. Добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Елена Сидорова, жительница Украины. Уже давно она хотела стать подданной России, мечтала воссоединиться с родной дочерью, которая проживает в Карачаево-Черкесии. Я из Донецка, и за последние 6 лет это самый счастливый день моей жизни. Хочу выразить благодарность начальнику отдела, отделу по вопросам миграции города Черкесска за профессионализм, за помощь, своевременную поддержку. Каждый новоиспеченный гражданин России, в основном из стран бывшего СССР, поклялся соблюдать Конституцию и законодательство России, быть верным стране, уважать культуру и традиции. Сегодня мы впервые в отделе по вопросам миграции по городу Черкесску провели процедуру присяги. То есть иностранные граждане бывших союзных республик СССР, это граждане были Таджикистан, Украина и Армения, присягнули верности, принесли присягу верности Российской Федерации. Для них это, конечно, волнительный день, но все прошло успешно, на мой взгляд. Мурат Джанкёзов, Рашид Токов, Вести Карачаево, Черкесия.